В очередной раз детская школа искусств открыла свои двери для талантов. На этот раз талантов особенных и не только из Ленинского района. Здесь прошел первый областной отборочный этап международного фестиваля творчества детей и молодежи с инвалидностью «Я – автор». В следующем году у нас 30-летие Всероссийского общества инвалидов и многих и местных, и региональных организаций. Поэтому вот такой вот в преддверии такого замечательного праздника, такой вот фестиваль международный. На конкурсе были представлены 4 номинации. Это художественное слово, музыкально-исполнительское искусство, изобразительное и искусство декоративно-прикладное. Уже в фойе все гости могли увидеть представленные работы. Целый стол заняли поделки Кости Соколова из города Видное. Он настолько разносторонний ребенок, что ему нравится и лепить тестом, и глиной. Вот он в театральном кружке сделал куклу, которую гран-при он заняла. И он также занимается и спортом, плаванием, и конным. Всего же в отборочном этапе принимали участие 9 муниципалитетов, а членами жюри стали работники сферы культуры. Здесь представлено много интересных работ в разных техниках, конечно же. Не очень много номинаций в этот раз. Но я думаю, что работы будут, конечно, оцениваться по качеству, по аккуратности, по общей композиционной сложенности, также по цветовым критериям. Тем временем в зале начался концерт с участием конкурсантов. Здесь были песни, танцы и игра на музыкальных инструментах. Некоторые из участников переживали, как, например, Кристина Кунавина, представляющая Ленинский район. Ведь сегодня для нее был первый выход на сцену. Волнение. Я волнуюсь. Мама тоже волнуется. Мы вдвоем переживаем. Первый раз все-таки. Волнуюсь очень сильно. Но были среди выступающих и те, для кого сцена уже стала призванием. Максим Панов – участник множества концертов и конкурсов. Сначала страх, волнение, а потом, когда ты выходишь, ты уже раскрепощаешься, ты ничего не боишься и выступаешь на ура. Отборочный этап прошел на высоком уровне благодаря большой работе, проведенной организаторами конкурса. Мы бы сами, конечно, такое мероприятие никогда наша организация своими силами не осилила бы, если бы не помощь, поддержка администрации Ленинского района. Лауреаты, отобранные членами жюри, представят свои работы уже на общероссийском конкурсе. Весь зал аплодировал мужеству этих людей, которые своим собственным примером показывают, что болезнь – это не приговор, а творчество помогает преодолеть любые трудности. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.